Представители Мелеузовского методического объединения учителей и логопедов посетили наш детский сад с целью обмена опытом. Работа методической сессии прошла в необычной форме – демонстрация игр и мастер-классов, что очень понравилось и гостям, и всем присутствующим. Специалисты из города Мелеуз представили на встрече свои методы и приемы с использованием компьютерных и инновационных технологий, а также нетрадиционные, такие как суджок-терапия, пальчиковая гимнастика, развивающая речь ребенка. Ходит ежик без дорожек и пальчиками, нажимаем фалангами пальцев, по лесу и колючками своими колется, колется. А я ежику ежу. Ту тропинку покажу. Работа учителей и логопедов нелегкая, но очень интересная. Она требует не только теоретических знаний, но и постоянного прогрессирования для того, чтобы педагогам не отставать от современности, быть по-настоящему полезными для детей. Встреча по применению инновационных практик прошла достаточно продуктивно для всех ее участников. Каждый узнал для себя что-то новое и полезное. Каждый логопед как какой-то алмаз. Чем больше у него граней в его профессии, тем он более профессионален. И мы удивляемся находкам своих коллег, в том числе они, когда смотрят, как мы работаем, как мы инновационные технологии применяем и где-то с творческим подходом, они удивляются, как применяем мы. Поэтому наша встреча настолько обогащает друг друга, что нам хочется встречаться еще. И мы надеемся на встречное приглашение наших гостей. Учителя-логопеды из города Мелеуз по достоинству оценили проекты и разработки наших специалистов, особенно отметив полезность применения интерактивной доски в работе с детьми. Что нас больше всего привлекло, это наличие интерактивных досок. Мы пока, к сожалению, этим похвастаться не можем, но мы тоже ждем. В рамках программы «Доступная среда» мы тоже ждем, что нас обеспечат такими досками. Это действительно, это новшество, это кумертауские сады идут, ну как, я считаю, в авангарде оснащения. Это детям интересно, это интересно педагогам, это все очень нужно. Молодцы, что они это осваивают и щедро своими наработками делятся со своими коллегами. Большое им за это спасибо. В завершении встречи гости поблагодарили руководителя нашего методического объединения за интересное и познавательное мероприятие, выразив надежду на то, чтобы сделать подобные встречи частыми и традиционными.